Школа танцев в твоем телевизоре. Включай и танцуй. Здравствуйте, это Школа танцев, Академия фитнеса и танца, и я, Катерина Куликова, мы представляем вам American Tribal Style. Сегодня наше четвертое занятие, и мы обещали вам показать и научить вас, что немаловажно, танцевать арабик и хедслайдс. Давайте я покажу вам сначала, как выглядит арабик вместе с сагатами. 5, 6, 7, 8. Очень красивое движение, которое делается, по сути, двумя точками. Вам нужно просто приподнять грудную клетку, а затем подтянуть низ живота. Вверх и подтянуть. Вверх и подтянуть. Спинкой вы толкаете грудь наверх, а нижним прессом вы подтягиваете животик себе. Вверх грудная клетка и вниз. Это двухсчетное движение. Раз, два. Раз, два. Сначала для того, чтобы освоить это движение, вам придется разбить его на эти простые составляющие. Но потом, по мере опыта и практики, когда вы станете перед зеркалом и будете видеть, как работает ваше тело, вы научитесь делать это в виде плавной волны. И уже подъем грудной клетки вместе с подтягиванием низа живота будет сочетаться в очень красивое плавное движение. При этом вы обязательно поднимаетесь на полупальцы. Когда наступаете на правую ножку, грудь идет вверх. Когда наступаете на левую ножку, подтягиваете низ живота, получается два счета. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Руки от бедра по кругу. Очень красиво поднимаются вверх согнутые локти. Обратите внимание на плавную рамку рук. Вы сохраняете ее все время. Раз, два. Раз, два. И вместе с сагатами. Самые простые украшения, которые вы можете сделать вместе с арабиком, это просто провернуться вокруг себя направо или налево, или поочередно опустить перед собой сначала левую ручку или правую. Нужно это делать или нет, решаете вы сами, потому что мы танцуем импровизацию. И второе движение на сегодняшний урок у нас сегодня, обещанное вам, это медленное движение. Оно очень красивое, вам наверняка очень понравится. Это движение руками. Оно называется Arms Undulations. Оно похоже на плавную волну, когда у вас поднимается сначала правая рука, потом левая. Аккуратно приподнимите правую руку за локоть вверх и плавно опустите ее. Левую руку за локоть вверх и плавно опустите ее. Сначала правую вверх, потом левую вверх. И так постепенно. Руки должны двигаться нон-стоп, но обратите внимание, что они не опускаются ниже параллели с полом, что, конечно же, укрепит мышцы ваших рук от довольно продолжительной практики. Если вы заглянете в наш первый урок и вспомните, то там мы изучали движение таксин, и вы можете соединить его вместе с руками, и у вас получится очень красивое плавное движение. На сегодня все, наш урок закончен. На следующем уроке мы расскажем вам про секреты групповой импровизации, о том, как строятся выступления быстрой и медленной части в American Tribal Style, и вам наверняка понравится. Мы расскажем вам, наконец, как играть на сагатах. Увидимся!